пел. Привет всем, сегодня взял себе Cannondale Trail, МТБшник, на смену моего гравийника. Хочу сделать хорошие обзоры по грязи, нормально по-взрослому его потестить. Глинистая земля. Магазин экземпляры я не могу хорошо валять в грязи, потому что они магазинные. А этот велосипед хочу погонять, показать вам, как он будет работать. Поставил сюда сразу сиденье, подставку для ног для своего малого, потому что я очень много гоняю по городу. Своего ребенка вожу там на секции всякие, на реабилитации. Поэтому ехать далеко, и на велосипеде это все отлично делается. Да, купил я Cannondale Trail 2019 года, очень хорошие скидки сейчас в Велостране, поэтому я успел взять велосипед. Там еще есть, кстати, под видео будет ссылка на этот магазин, там хорошие сейчас акции, скидки есть. Вел сам по себе, выглядит очень классно, то есть такой рабочий, здоровый, мощный, сразу видно на нем, можно много ездить. Так как уже кто знает мой канал, я гоняю еще с металлодетектором по полям, по лесам. И на гравийнике это хорошо делать, он более скоростной по асфальту, но что-то я захотел это вот сюда на горном сделать. Конечно, он комфортнее будет, чем гравийник, однозначно, когда будет ездить по лесам, по корягам, там всяким корням, по сыпучестям, и колеса, конечно, у него соответствующие уже. Ну и для города мне скорости очень большой не нужно. Я еду себе там двадцатку, и мне вот так хватает. Пару дней я поездил на этом велосипеде, и сразу бросились такие преимущества. По сравнению с гравийником, это устойчивость. Из-за того, что протекторы шире, конечно, он устойчивее. Я уже не боюсь на поворотах, нормально закладываю и не боюсь, что меня на гравии занесет. Заехал после дождей сейчас на мототрек здесь местный. Так интересно вот везде покататься. Не знаю, вот давно, наверное, у меня этого уже не было. Именно грязь, скорость, повороты, гравий, очень интересно. Тут еще трасса они так себе прорыли и с всякими болотцами, и с такими частыми бугорками. Болотца и землица здесь увязистые, поэтому я иногда здесь завязал, так как еще не привык к этому МТБ. Сейчас вот начну с частых бугорочков покататься. По сравнению с прошлым гравийником, в горку он идет лучше, легче ход идет. Бугорки вот просто отлично заходят. Прям чувствую себя в Диснейленде. А мототрек этот мне еще больше стал нравиться, когда я сюда приехал на этом МТБшнике. Так издалека я видел, что там трактора что-то нарывают, какие-то холмы что-то вырывают. А когда сюда приехал, я понял, что здесь можно нормально погонять здесь. Ну здесь надо будет проехать обязательно. Смотрите. Видите? Вот эти вот холмы. Ну, классно, можно пофанить нормально в компании поездить. Я всего трека показывать не буду, чтобы скучно не было, а вот так ключевые какие-то моменты, которые показывают проходимость этого МТБшника. Я специально подобрал такие погодки, чтобы после дождя, чтобы хорошо размыло глину и насыпало луж побольше. Вот здесь я показываю, туда-обратно здесь езжу. Лужка здесь, глинка, хорошо все так прилипает, но вел нормально крутит, все хорошо переключается, а самое главное, ничего не заедает, ничего не заклинивает. Это тоже немаловажный показатель при переключениях скоростей. Бывают такие велосипеды, что грязь, если куда-то попадает, налипает, что-то там некачественно, начинает заедать, срываться скорости при переключении. Здесь же все работает как часы. И также я могу сказать по поводу мягкости хода. Да, конечно, не трясет. А не трясет, потому что воплощена система Safe. Это уникальная технология, которая используется только Cannondale. В этой вот раме, в этом треугольничке, который сейчас я показываю, применена та самая технология. И вот эти самые перья отыгрывают 5 мм, когда вы едете по бугристым поверхностям. В других велосипедах используют амортизаторы. Но амортизаторы, они будут здесь громоздки и не нужны, потому что есть эта технология Safe, уникальная технология, которая позволяет делать такую амортизацию при поездке по буграм.
немножко сложнее крутить педали стало, после гравийника пересел, да, тяжелее. Тяжелее почувствовалось это за счет, потому что сцепление с асфальтом более плотное. Но вот день-два, и я уже перестал замечать эту разницу. То есть я втянулся и как бы нормально уже чувствую себя на этом велосипеде. Ну вот смотрите, я немножко покатал, да. Я вон лужу уже подмыл немножко. Отлично, вот все переключается. Я сейчас уезжаю с мотокросса дёркового. Переключатели работают, все передачи работают. Немножко поскрипывает, конечно. Там грязь, конечно, забилась. Об колодочки трёт. Ну, это споласкивается все. А нареканий таких нету. Все хорошо переключалось. Вот сейчас. Шестая, пятая, четвертая. Обратно, туда-сюда. Все отлично переключается. То есть грязь не мешает, хоть она все залипла грязью. Ну, когда я ездил по этим грязинам. Все отлично. Мне нравится, как он прошел испытание. Можете подписаться на лайк. Можете подписаться на канал или даже лайк поставить. То есть неважно. Ну, стараюсь сделать нормальные обзоры. По существу, не просто так полапать в магазине и что-то умное сказать. А реально, вот МТБшный велик, вот он как должен себя вести. Вот его реальная среда, вот она дикая природа, так сказать. Вот она грязь, вот она трава дикая. Вот я на нем катаюсь. И вот он обратно с покатушек, кстати, с тестов едет. Смотрите, цепь не слетела, ничего не слетело, передачу не заклинило. Я не могу, как по асфальту одной рукой снимаю, другой держу, еду. То есть по грязи здесь нужно очень крепко двумя руками держаться. Снимаю обзор один, потому вот так. Может, потом куплю себе какой-нибудь квадрокоптер, который будет моим ассистентом. Интересно будет, может, видео. Не знаю, посмотрим. Короче, как-то вот так вот. Еду обратно. Ну, буду еще тестить, еще камеру повешу. Всем спасибо за просмотр. Можете поставить лайк. Или даже на канал подписаться, это еще будет сюрприз. Я периодически снимаю, может быть, еще другие видео там. На концерт позавчера ходил Линдемана. Ну, это, считаю, тоже актив лайфстайл. Формат моего канала входит. В принципе, событие такое. Я считаю, что не самое последнее. Все подряд я не снимаю, конечно. Больше спорт, то, что связано с активным образом жизни. Ну и, конечно, экологически бывают ролики. Вот горочка, смотрите, одной рукой чисто. Если вы решили приобрести МТБ, лучшего варианта для знакомства с хардтейлами нет, чем Trail 7. Это начальный велосипед целой линейки, поможет ощутить весь драйв и преимущества горных велосипедов Cannondale. Рама этого байка точно такая же, как у самого топового брата в этой серии. Поэтому вы сполна можете насладиться ее преимуществами и почувствовать уникальные технологии, применяемые компанией Cannondale, которые оттачивались не один десяток лет. Великолепные рамы Trail выполнены с использованием батирования. Оно уменьшает вес рамы, без потери прочности и жесткости. Сварные швы проходят проверку и двойную полировку. Во избежание изъянов сохраняется максимальная прочность. Недаром компания дает пожизненную гарантию на свои рамы. Эластомерная вилка начального уровня SR Santor XCM не предназначена для агрессивного и профессионального использования в стиле кросс-кантри. Подойдет для любителя. Вместе с перьями, созданными по технологии SAFE, она окажет смягчающий эффект при сильных ударах. Короткие перья рамы у линейки Trail делают велосипед маневренным и юрким, а также позволяют максимально передавать энергию колесам на подъемах. Монетки Shimano Easy Free. Передний переключатель MicroShift Direct Mount. Задний переключатель Shimano Altus. Кассета Sunrise 11.36 и 9 скоростей. Цепь КМС. Передний тормоз дисковый, гидравлический. Shimano MT200. Ротор 160 мм. Задний тормоз дисковый гидравлический Shimano MT200, ротор 180 мм, ручки тормоза Shimano MT200, гидродиск, 18 скоростей, 29 диаметр колес, страна производитель в США. От себя еще хочу добавить, что велосипед удобный, уютный, быстро привязывается к хозяину, так же как и хозяин привязывается к этому велосипеду. Велосипед дружелюбен, всегда на позитиве и оказывает успокаивающее действие на окружающих. А если серьезно, то я до сих пор не могу понять, как я все время был без него. Ну, в общем-то, я хотел сказать, что велосипеды спасут мир. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это будет меня мотивировать в дальнейшем видео.